Во властной столице увеличилось число тюменцев, не получивших пособия. В большинстве случаев это произошло из-за банкротства предприятий. В прошлом году в фонд соцстрахования обратились 427 человек, не получивших выплаты по временной нетрудоспособности или в связи с материнством. Как показывает практика, у большинства даже не было на руках необходимого пакета документов. Во-первых, нет у них трудового договора. С вами заключали трудовой договор, спрашиваем. Да, а где он у вас? Нет у него, не дали ему. У него нет никаких копий приказов о том, что он в отпуске по уходу за ребенком и так далее. И для того, чтобы обратиться ей, например, в суд, мы помогаем ей даже заявление в суд сформировать. Из того, что у нее есть. В итоге всем пострадавшим были выплачены пособия на сумму более 23 миллионов рублей. Это на 7 больше, чем в 2015-м. Специалисты фонда соцстрахования напоминают, что оформить заявление на выплату пособий можно на сайте госуслуг.